Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, Орский проспект 8. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Смотрите, какой появился аккумулятор. О, я такой фикс прайс наподобие покупала. Ну, наподобие. Кемпинговый, наверное. Да, точно, вот кемпинговый. Его можно и подвешивать. И как фонарик он работает. Такой большой, хороший. И стоимость 451 рубль. И солнечная батарея. Два режима. Сюда тоже привезли удлинители на катушке. 20 метров, 4 розетки. Мощности 2200 ватт. 729 рублей. Я уже тоже как-то показывала. На вид он прям классный. Краска здесь тоже появилась. Вот хорошо, маленькие баночки. Эмаль ПФ 115, дерево, металл и бетон для наружных и внутренних работ. Ясно, универсальная сразу. И внутри покрасила, снаружи. Вот синего цвета есть. Есть зелененькая. И желтая есть. И стоимость 134 рубля 800 на 0,8 килограмма. Еще один вид. А это грунтовка. Грунт эмаль по ржавчине. 3 в 1. Быстро сохнущая. Грунтовка, преобразователь ржавчины и эмаль. Вот 3 в 1. Стоимость 153 рубля. Значит, серый, черный. Два вида есть. 900 граммов. 153. Опрыскиватели ручные с помпой 3 литра. А, только что-то они все в упаковке. А вот есть. 217,50. Парники тоже не разобрали. Видимо, качество посмотрели в прошлом году и почти не берут. 6 метров парник. Разбирают, но очень-очень вяленькое. Я в прошлом году... А вот он, 295 рублей. Я в прошлом году купила... И так и не поставила. Ни в этом году, ни в прошлом году. Зачем купила, не знаю. Сетка садовая 419. 10 метров. 1 метр в высоту. Вот сколько люди набирают. Смотрите, всего полные корзинки. Что здесь только нет. Так, а печенье, наверное, так как и везде, нигде нет. Только зефирки есть. Белый шоколадный зефир. Белый шоколадный зефир. И вот эти пышки, или как они там называют, вонюшкины радости. 197 рублей. Вот тоже огромные тележки. Розы. А, спасибо, что сказали про этот квас. Сказали, что он очень вкусный. Желтая бочка, квас живого брожения, 3,5 литра. Вот. Ценника чего-то. Вот, 86 рублей. Хорошо, вот будем окрошку делать. Красота. Большие прям бутылки. О, сколько у нас имбиря. Имбирь 212 рублей. Я не знаю, для меня он очень острый. Я его не очень люблю. Сегодня суббота. Очень много здесь людей. Прям очень много. И снимать... Ну, как бы не очень удобно. Люди везде пропускаешь всех, чтобы никому не мешать. Пусть берут, а я тихонечко снимаю. Очень много мяса сегодня. Вот эти корейки, или как вы мне там говорили, спинки. 189 рублей свинина сегодня. Так, а это суповой набор. Фасовка 92 рубля. О, кто-то раскрыл. Крылышки есть. О, обожаю крылышки. Лимонема тоже в этом магазине есть. И также и камбала. Лимонема 171 рубль за килограмм. О, мойва появилась. Мойва 193,50 за килограмм. Вот такие вот фасовки. Не знаю, килограмма, наверное, 2 точно фасовка. Так, камбала. 138 рублей, цену вам не сказала. О, сегодня, смотрите, дегустация.
докторская колбаса ГОСТ. И вот такая колбаса домашняя. Домашние пельмени. Сейчас попробуем. Так, вот эту, которая с жирком. Попробуем. Вроде пахнет колбасой. Как бы неплохая. Так, а докторская? И докторская вроде неплохая. Может быть, я не распробовала? Значит, 169 рублей стоит килограмм. И такой батон на 252. А это вот пельмени 199 рублей килограмм. И 160 рублей стоит вот эта колясочка. Эта. Морковь по-корейски 500 граммов. 62 рубля. Грибочки 257, шампиньоны маринованные, 1 килограмм. Колбаса. Добрый продукт, чесночная колбаса, полукопченая. 143 рубля стоит килограмм, а этот батончик на 79 рублей. Вот эта колбаса, которую я пробовала. Как же здесь холодно, невозможно здесь находиться, очень холодно. Ветчина домашняя 146 рублей, такой батон на 150 рублей. Это что? Это колбаса варено-копченая филейная. 162 рубля стоит, категория Б. И 119 рублей батончик. Вот смотрите, какое крем-мыло детское. Выбирай настоящее. Увлажняющее с экстрактом череды. И стоит 36 рублей 280 миллилитров. Для дачных туалетов в сорте здесь тоже есть 56 рублей. И вы не представляете, какой здесь стоит аромат лимона такого. Наверное, в туалете тоже так же будет пахнуть прилично. Полотенце. Бытовые, универсальные. Размер 200 на 200 миллиметров. Состав материала спанлинс, вискоза и полиэфир. 118,50 стоимость. 200 листов. Тушенка вот эта хорошая здесь еще есть. В каком магазине она стоит? Вот на ТЗБ, по-моему, 120 рублей. А здесь почему-то стоит 122. Госрезерв. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.